Детский сад номер 32 представляет. В каждом доме есть мама. Интересно, а какие мамы в других странах? Мамы! В Испании мадре. В Испании мам очень уважают, а она хозяйка дома. В Мексике мамита. В мексиканской семье мамы не работают. Она заботится о доме и о детях. В Украине мати. В украинской семье мама очень самостоятельная. В Индии ма. Семья в Индии очень большая. Все маму уважают и спрашивают совета. В Китае маму называют нян. Мамы очень строги и приучают детей к порядку. В Шотландии мам. У мамы в Шотландии очень много детей. В Японии ока-сан. Не относятся очень нежно, как к прекрасной даме. В Африке ма. А в Африке папа главнее мамы. Они очень много трудятся. В Корее омони. Главная работа мамы – воспитание детей. В Таиланде ма. В тайской семье строгие традиции. Мамы бывают разные. По цвету кожи, по характеру, по виду. По манерам и по походке. По мечтам и по привычкам. Но сердце любой мамы большое и горячее.